Лиза Арзамасова объявила об уходе со сцены. Елизавета должна была выступить в спектакле «Золушка», в котором она играет главную роль. Но на сцене актриса так и не появилась. В «Амхате» ее замену объяснили нездоровьем артистки. Поклонники забеспокоились, что происходит с их любимицей. Ни сама Лиза, ни ее муж комментариев по этому поводу не давали. И вот теперь Арзамасова решила прояснить ситуацию. Актриса объявила, что приостанавливает свою творческую карьеру. Ей необходим отпуск, чтобы восстановиться. В ближайшее время ждать ее на экранах и на сцене не стоит. Она планирует поправлять здоровье и наполняться духовными силами. «Думаю, что в ближайшие пару недель в моих аккаунтах будут только милые глупости и фото из сундука. Благо, таких много». Поклонники Елизаветы желают ей поскорее поправиться. Они поддерживают ее решение взять небольшой перерыв.